сохранить и приумножить чувашскую музыкальную историю. Редакция Национального радио по всей республике разыскивает мастеров, которые играют на национальных инструментах и изготавливают их. Клич по всей республике отправляют наши коллеги с Национального радио Чувашии. Они объявляют конкурс «Из села в село играй гармонь». Хотя в названии есть только один инструмент, ищут и других музыкантов. Много-много было инструментов у чувашей. Здесь и варган губас, это варган по-русски, различные барабаны, бубны, нахра, ковал. Их много-много очень было. Поэтому мы хотим начать этот проект для того, чтобы эти музыкальные инструменты развивались. Абсолютно любой желающий может записать видео своего исполнения и прислать в редакцию Национального радио. В районы, откуда придет большое количество заявок, журналисты выйдут сами, чтобы записать уникальные звуки. Для тех, кто создает не только музыку, но и инструменты, приготовили отдельную номинацию. Хотим, чтобы молодежь подхватывала наши идеи, учились играть на инструментах, древних чувашских инструментах, и учились их изготавливать. Я помню, в детстве нас с Ивы, Света Кивы, дедушка или дедушки, пожилые деревенские люди, учили, как делать свистки. Вот это сейчас на все забылось. Наверное, есть кто-то в семье, учит своим детям или внукам, что из простого прутика ивы можно сделать свисток красивый. Все конкурсные работы будут транслировать в прямом эфире. Отдельных авторов пригласят в студию. Первый выход в эфир запланирован накануне Нового года, 25 декабря. Конкурс будет продолжаться весь 2020 год.